Всем привет! Время, хотел сказать, 2 часа утра, но скажу, что 2 часа ночи. Едем на рыбалку. Так, у нас тут Витя. Серега с Серегой сидит. Так, уже на рыбалке. Еще удивятся. Да, мы приехали на озеро. Еще ночь. Места заняли хорошие. Сейчас выпьем чая с кофе. Начнем с чая. Ну, как всегда, у нас вот рыба уже созрела. Одна висит на... Готовится. Поставил позавчера. Тоже эти же карасики. Печенье есть к чаю. Вот такое вот. С чего начинается утро рыбака? С чая, с кофе, с печеньем. Супер, супер. Так. Сашка хотел поехать на рыбалку, но он еще едет домой. С чего начинаем? С пива. С чая. Под вино надо закусывать. Так, а ну что, господа, что вы ждете? Смела. А мухи уже это там, блин, плавают. Что? Ты не будешь? Бля, нахуя я разлил 4? Бля, я все серого считал. Так, ребята, ну что? Ты что, пиво не пьешь? А что, зачем? За рыбалку. Вот ребята пьют пиво, им слабо алкогольно. Будьте здоровы. Ну что, уже с рассветом будем дальше снимать. Чего начинается доброе утро, бля? А доброе утро начинается с уборки берега. Рыбаки, блин, так нельзя делать, блин. Вот так мусор оставлять весь. Потому что, блин, это... Как так можно, блин? А что там? Да не, Серега, это мусор. Что это? Это не мусор. Ой, блин, это водяная удочка. Кто-то застрелил водяную удочку, блин. Да, да, это мясо. Нифига себе. Витька, водяная удочка дохлая. Или она что-то сожрала не то, блин. Не, Серег, кидай ее. Да, водяная утка. Не, Серег, кидай ее куда-то не в кулек, потому что куда-то ее, блин, подальше. Ее надо сжечь. Водяная уточка, блин. Или она что-то сожрала здесь на берегу, блин. Что делается, блин. Бардак страшный. Ребята, так нельзя, блин. Если едете на рыбалку, берите, чистите берег за собой, блин. Ну что, блин, ну некрасиво так. Озеро, блин, ну некрасиво. Срач страшный на озере, блин. Кульки, всякая херня, блин. Я офигею, возле Витьки там вообще жесть полная, блин, смотри. Да, отвезем на мусорку. Бля, у нас и так багажник полный. Не, я лодку поставлю прямо и все, и соберем все. Ты что делается, блин? Пластик. Самая херовая херня, блин. Ребята, нельзя так срать на берегу. И вот так каждый раз приезжаем на рыбалку и делаем с утра порядок. Офигею, блин. Надо, блядь, это все сжечь. Да, заберем, Серега, с собой.
конце кинем машину и все. А что? Пачки из-под сигарет, блин. Всякая херня, блин. Поехали, по-моему, тогда и... Опля, мимо. Мимо! Вот уже почти пол клюка мусора. Савчик. Так, у нас время 5 утра. Первая рыба. Хороший карасик. Ладошечник. И кумнёк тоже взял карасика, но первого Серега отпускает. Мы сейчас подождем еще одной поклевки. Серега, ставь вторую палку. Но ты слишком поставил прям камыш ее, блин. Ставь вторую палку. Там и клюет. Я сразу поклюв. Да ну нафиг. Опа! Это уже тарночный вариант, но на диск пойдет. Красавчик. Угу. Этот уже пойдет в садок. Сейчас я тебе покажу, какую, какую херню я. Нифига себе, куманек. Не, ставь вторую палку, Серега. Да, если я не успею. Успеешь, Серега. Ставь вторую палку. Нифига себе, а что это такое? Угадай. А что это такое? Я не знаю, что это такое. По запаху. Запах непонятный. Классный запах. А что это за... Полынь. Полынь? Да ну нафиг. А что там в полыне? Добавляешь прикол. Нифига себе, блин. Супер. Супер. И говорят, что она как... Как бешеная. Ничего себе. Так, давай. Мы сейчас попробуем. Серега, опарыш есть у Витька, опарыш есть у Сереги. Хорошо. А сейчас нашел его. На опарыш. А, нет, пока нет червя. На червя мелочь задолбает. Но тоже клев есть. Пока повторим. Смотри. Не знаю, правда, будет видно. Но, да, уже поклевки есть. Да, да. Мелочь она так подергает и перестанет. У меня, кстати, вторую палку. Не, рано, рано. Поклевочка хорошая, поклевочка. Ставь вторую палку, Серега. Ставь вторую палку. Можешь заплатить тебе почистить там? Не надо, все нормально. Не, рано. Нет, рано. Я даже на своей там палке так рано не бросаю, не вытаскиваю. Потом, ну, додать бить прикормку. Да, да. У тебя свежая? Замороженная? Да, замороженная. Единственное, что я добавил, только вот эту... Да, поклевки есть. Поклевочки есть.
Всем доброе утро. Мы уже на месте. У нас вот такой вот камышарик. Сейчас будем привязываться, завязываться, якориться, как говорится. Будем бросать. Блин. Ну вот, конечно, тяжко это делать. Ставим на дно покрывало, будем якориться. У нас вот такая вот красота, наше место. На лодке, конечно, выбор места не ограничен. Тут есть мест полно на лодочке. Сейчас мы забросимся. Так, 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 так. Привяжемся, заякоримся, и все. И место у нас почти есть. Сейчас поставим покрывало, разложим удочки. Всем доброе утро. И сейчас начнем нашу рыбалочку. Посмотрим все-таки, что здесь, золотой карась или красный карась редкий. Кстати, ваши отзывы про это озеро. Все-таки это красный редкий карась или все-таки золотой карась? Сейчас мы поймаем первого карася и уже покажу вам, что это все-таки такой красный карась редкий или золотой карась. Рыбалка здесь обалденная. На лодке вообще супер тут вещь. Рыбалка обалденная. Ну, посмотрим, как сегодня нам день приготовит, удачу, неудачу. У нас две палочки. Вот такие две баллоночки. Значит, по снастям у нас получается скользящий грузик. Вот он, скользящий. Поплывочек у нас эксперт 2 грамма. Крючочек у нас получается где-то 9 номер Golden Cage на карася. Вторая палочка то же самое. Тут у нас получается катушечка наша добрая, наш добрый Митчелл, поплавочек 2 грамма, тоже скользящий грузик. Тут у нас катушечка Ryobi Pilot. Хорошая катушка, но иногда леска, когда леска вот как сейчас, вот шпулька полная, леска попадает почему-то иногда за шпульку. Ну, это может быть дефект какой-то, но катушка так хорошая. Но вот то, что вот леска попадает при полной шпульке, леска попадает за шпульку и закручивается за буквально за шпульку, это, конечно, минус. В катушке Митчелл я такого не увидел. Ну, пробуем. Разлаживаемся, кормимся. Сейчас покажу вам подкормочку. Ловим. Сегодня у нас легкий ветерочек. Думаю, он нам не помешает. Ну, посмотрим, как это отразится на рыбалке. Так, берем вот такую вот веревочку от лодки и вяжемся. Значит, у нас получается, тут мы заякорились за тростник. То же самое мы делаем на в конце лодки. Вяжем узелочек и привязываемся к тростнику, чтобы лодку не болтало. Так, ну у нас получилось, значит, смотрите, вот еще один якорь за тростник. Сейчас мы подкачаем лодочку.
Есть такое дело. Баркасик подкачали. Ну, ребята, что сказать? Совдеп, он и есть совдеп. 87-й год, ну, конечно, она спускает чуть-чуть. И приходится через каждые 2 часа ее подкачивать. Но все-таки умели люди делать. Сейчас 2020 год, лодка 1987 года рождения. Резинка, сколько она рыбы уже переловила. Мой Титаник, конечно, отлично, все. Закрутили, подкачиваем второй болт, борт. Озеро у нас получается. Так, стоять. Подкачиваем прямо на воде. Есть такое дело. Значит, кормить будем сегодня. Так, ловить. Не, ну начнем с того, что будем ловить. Ловить будем сегодня на опарыш. Озеро у нас сегодня хитрое. У нас есть вот такой опарыш. У нас есть вот такой червяк в баночке. Так, ну-ка посмотрим на него. Червяки есть. И есть еще консервированная кукуруза. Сладкая кукуруза. Ну, будем пробовать. Ну что, озеро хитрое. Тут иногда клюет на опарыш, иногда на червя, иногда на кукурузу. Кормиться. Кормиться будем мы сегодня грушами. Шутка, ребят. Грушами мы будем кормиться. А кормиться мы будем сегодня кашкой. Вот такая кашка. Значит, кашка идет с кукурузы, пшеничное зерно. Значит, все это заправлено, сделано на кукурузной как бы водичке, ну, перец кукурузный. И сейчас мы это все дело будем забрасывать в воду. Вот так это происходит. Ай-яй-яй, камера. Ну, как-то вот так. Так, ну все, подкормились. Начнем раскладывать удочки. Нормальный карасик. Вот он, красавчик. Ребят, значит, перья красные, даже таким с красноватым оттенком, золотой карасик берет на ура. А заглотил.
Не, рыбалка обалденная, не знаю. Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Запутал одну палку. Ладно, сейчас мы ее будем распутывать. Поклевочка была хорошая. Будем распутывать. Какая рыбалка без запутывания, распутывания. Это не рыбалка. Ух ты, ребят. Ай-яй-яй. Мимо. Да, ветер мешает, конечно. Продолжаем распутывать дилище. Да, запуталось, конечно, хорошо. Но почти распутали. Да. Да. Комары, конечно, жрают прямо с утра. Прямо с утра комары не дают покоя. Ух ты, у нас поклевка, ребят. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну. Давай, давай. Мимо. Ну, это мелочь. Это мелочь. Так, продолжаем ловить карасиков. Вот так вот. Да, попали, конечно, на водоросли. Вот так поближе. Поближе здесь ямка. Угу, все равно водоросли. Ну, остается только ждать. Загорать сегодня, наверное, не будем, потому что комары прямо с утра сжирают. Хотя, попробуем, может, это и получится. Есть поклевка. Но как-то слабенько. Очень много мелочи.
Ух ты. Блин, карась прямо сверху, ребят. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавчик. Обалденно. Супер. Рыбалка идет. В нашем трехзвездочном отеле продолжается клев. Как говорится, отель со всеми удобствами. Ух ты, какая поклевочка. Все удобства в лодке. Особенно. Так, 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 так. И что? И все. Дёп-дёп. И мимо. Нет, продолжает что-то колбасить. Покамесь на прикормку собралось очень много мелочи. Вот она и колбасит. Ребята, ай, какой красавчик. Ха, решил срезать мне леску. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик. Золотой, ребят. Ну вот смотрите на солнце. Как он переливается золотом. Шикарно, шикарно, ребят. Клев есть, клев идет. Обалденно. Супер. А комары, блин, достают. На Днестре, конечно, спрашивают, ребята, куда я пропал. Ребят, пока на озере. Ай-яй-яй. Ребят, пока на озере идет вот такая рыбалка. Вот она. На Днестр я не приду. Да и зачем нам Днестр, если тут клюют вот такие золотые караси? Это супер. Это кайф. Это шикарно. Это отдых. Раз в неделю выходишь на рыбалку и получаешь удовольствие. Реально получаешь удовольствие. Заброс, поклевка. Заброс, поклевка. Супер. Что еще надо рыбаку? Два поплавочка. Обалденно. О, есть поклевка. Комары, правда, жрают, заразы, а? Ну как без комаров? Так, 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 так. Ух ты! Ух ты! Ребятки! Ух ты, красавчик! Вот такой вот красавчик. Супер. Какой Днестр, ребят?
Вся зима еще впереди, осень, пока идет клев на озере, на Днестр я не ходок. Не, обалденно. Время 7:00 утра, но рыбалка просто огонь. Это реальная вещь. Реальная вещь. Тут каждый заброс поклевка. Сейчас опять будем кормиться. Уже первый час у нас результат принес. Первый килограмм рыбы есть. Ветерочек, правда, мешает. Но попробуем еще немножко прикормиться. Позвать более крупных карасей.